Лучшие славянские выпускники 2019 года, победители олимпиад, конкурсов, медалисты, ребята с особыми достижениями в спорте, творчестве и учебе приняли участие в губернаторском балу. Нам удалось пообщаться со школьниками перед отъездом на краевое торжество. С подробностями Анна Монастыренко. Участвовать в губернаторском балу выпала честь 40 славянским выпускникам. Среди приглашенных весь цвет славянской молодежи. Победители олимпиад, конкурсов, медалисты, волонтеры, ребята с особыми достижениями в спорте, творчестве и учебе. От бала они ждут чего-то необыкновенного и запоминающегося. Для меня это огромная честь, потому что я очень старалась, и всем школьникам известно, что губернаторский бал является огромным событием в жизни школьника. Жду я от губернаторского бала огромного торжества. Мы очень долго готовились, и для меня, наверное, это воспоминание приятное, теплое на всю жизнь будет. Побывать на балу, на самом деле, мне вот нравится то, что собрана самая вся такая лучшая, можно сказать, молодежь, с которыми есть о чем поговорить, найти много новых знакомых. И вот приятно с такими людьми общаться. Вот такое масштабное мероприятие само по себе. То есть ощущаешь вот эту масштабность полную, и как-то приятно самому участвовать. На губернаторском балу есть свой дресс-код. Девушки должны быть в платьях в стиле Наташи Ростовой, а юноши в строгих костюмах. Еще одно требование – умение танцевать. Для краевого торжества необходимо было выучить 5 танцев, с чем славянские выпускники успешно справились. Танцев много, танцы были сложные, и в последние дни мы вот учили сами, это было все. На самом деле это интересный процесс, вот эти танцы учить, когда что-то не получается со всем со всей командой своей начинаем учить. Много всяких приколов по ходу вот этих репетиций было. Сближает на самом деле вот это вот все. Ожидания выпускников оправдались в полной мере. Для них была подготовлена грандиозная развлекательная программа с дискотекой, выступлением знаменитых артистов и, конечно же, поздравлением всех выпускников с окончанием школы губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Уставшие и счастливые домой выпускники вернулись только на следующий день. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».